Чудовищные трагедии и бесчеловечные расправы в Одесском доме профсоюзов 10 лет. 2 мая 2014 года сторонники уже полностью марионеточного киевского режима зверски расправились с противниками Евромайдана. Украинские националисты загнали противников госпереворота в здание на городской площади, а затем подожгли. Заживо сгорели очень многие. Тех, кто пытался спастись, расстреливали, избивали, издевались. Те события стали одним из символов украинского нацизма. Организаторов кровавой акции сегодня назвал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Но официально наказание за расправу никто так и не понес. И пока у власти те, кто идеологически стал последователем преступников, ждать правосудия бессмысленно. Как заявили в МИД России, возмездие настигнет исполнителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе. По мнению председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, по итогам СВО будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. Ольга Давидович, о преступлении без срока давности. Эти страшные кадры облетели мир ровно 10 лет назад. Запись гибели десятков человек в прямом эфире. Крики людей, их отчаянные попытки выбраться из пожара под улюлюканье толпы. Пример бесчеловечной жестокости киевского режима. Таким навсегда останется в памяти 2 мая 2014 года. Жители Одессы, преимущественно стариков и женщин, тогда загнали в здание Дома профсоюзов и сожгли заживо. А тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон, безжалостно расстреливали и избивали. Официально тогда погибли 48 человек. Среди причин смерти – огнестрельное ранение, отравление испарениями, ожоговый шок, травмы в результате падения. Еще 200 человек пострадали. Кроме того, в тот день в столкновениях на улицах Одессы от рук нацистов погибли еще шестеро. 2 мая, вроде бы как день после замечательного праздника, Дня солидарности трудящихся всех времен и народов было. Но с 2014 года это страшная дата возрождения нацизма, фашизма на земле не укладывалось в формат восприятия, как в городе Одессе, в городе героя, принявший на себя страдания Великой Отечественной войны, и вдруг возродилось вот это отребье. По сути, киевский режим повторил то, что гитлеровские палачи устроили 81 год назад в белорусской Хатыни. Неонацисты не случайно выбрали Одессу для самой чудовищной расправы. В их сознании она была и остается самым русским городом на Украине. Трагедия предшествовала госпереворот. В стране началась тотальная украинизация, насаждение бандеровских идей, дискриминация по языковому признаку. Одесситы верили, что смогут отстоять свои права, но власть жестко расправилась с несогласными, руками радикалов. Сожжение людей стало спланированной, скоординированной акцией устрашения, разработанной руководством киевского режима во главе с Александром Турчиновым, на тот момент исполняющим обязанности президента Украины. Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие бывший глава МВД Аваков, глава СБУ Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Порубий. К консультации был привлечен олигарх Коломойский. По словам Медведчука, дата операции была назначена изначально 2 мая, в день футбольного матча. Это объясняло наличие большого количества ультрас и более 500 радикалов правого сектора. Их организованно завезли в город. В руках автоматы и коктейли Молотова. В головах ярая ненависть к несогласным с революцией достоинства. Эта озверевшая толпа напала на противников Евромайдана, смела палаточный городок и сбила мирных протестующих. Оставшихся активистов и случайных прохожих загнала в Дом профсоюзов. Доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Порубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за ее успешное проведение был назначен губернатором Одесской области 6 мая этого же года.
Впрочем, Палица не единственный, у кого карьера пошла в гору после этих кровавых событий. Что уж говорить о наказании, никто его не понес. Например, Порубий, будущий депутат и успешный бизнесмен. Кроме поджога своих сограждан в Доме профсоюзов, как глава украинского СНБО, обвиняется в России в проведении карательной операции в Донбассе. Как комендант двух майданов ответственен за замученных в подвалах антимайдановцев. Расстрел своей же небесной сотни. Или Аваков, главный долгожитель в украинском Кабмине. Полномочия министра внутренних дел сложил лишь в 2021 году. Ушел в тень и вернулся к коммерции, которой занимался еще в 90-е. Но копеечка ему капать не только от старого бизнеса. В самый разгар СВО купил крупнейший сад фундука в Закарпатье площадью 900 гектаров. Трагедия 2 мая – это, наверное, самый ужасный, самый трагический день в моей жизни. Мне 50 лет, ничего более ужасного я не видела, потому что я это видела своими глазами. Я участница Куликова поля. Соответственно, мы долгое время пытались достучаться до майданных властей, но мы не думали, что это все обернется такой трагедией. Мы не думали, что будут убивать, мы не думали, что карательная акция пройдет в мирном, веселом, светлом, радостном городе Одессе. И поэтому для меня, конечно, 2 мая – это шок, ужас, от которого мы отходили долго. Справедливое наказание, по мнению участников тех событий, должен понести одесский политик Алексей Гончаренко, который тогда заявил в прямом эфире о снесении лагеря сепаратистов. Он же первый с майдановскими боевиками зашел в здание Дома профсоюзов после пожара. И он же кривлялся на камеру на фоне обгоревших тел. Сегодня, к слову, сидит в Раде депутатов. Эту ситуацию исправить мы, конечно, не можем. Но чтобы были наказаны те люди, если их можно назвать людьми, да, которые принимали в этой трагическом мероприятии участие, не знаю, как это назвать, правильно, мероприятие или что, чтобы они были все наказаны. Справедливое возмездие рано или поздно настигнет всех исполнителей и вдохновителей варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Но пока киевский режим делает все, чтобы совершившие преступление против человечества лица не понесли наказание. Ведь они и есть тот каркас неонацизма, который правит бал на территориях, продолжающих именоваться Украиной, и который по сей день Запад цинично называет европейскими и демократическими. Ольга Давидович, Михаил Другаков, агентство теленовостей.